Полностью ли освоены бюджетные средства областными управлениями и районными акиматами? Есть ли угроза невыполнения? Какие инструменты эффективного развития сферы предпринимательства предусмотрены на следующий год? Эти и другие вопросы были рассмотрены сегодня в ходе селекторного совещания в Жамбылском областном акимате. Показатели освоения бюджетных средств, по словам руководства данного ведомства, в текущем году можно выполнить на все 103%. Однако отстают от назначенного графика 4 региона – это Шуйский, Кордайский, Жамбылский и Рускуловский районы. Вместе с тем и областные управления, такие как строительство, энергетики, туризма, образование, культуры. Но, несмотря на это, акимы и руководители данных ведомств заверили, что до конца года они выполнят поставленные задачи. Следующим на повестке дня были рассмотрены вопросы эффективного развития сферы предпринимательства региона, в частности, в районах области. Так, на финансирование проектов малого и среднего бизнеса предусмотрено 14 миллиардов тенге. Количество заявок на сегодня насчитывается более 900. Указанных средств, тем не менее, хватает на поддержку только 287 проектов. В вопросах же развития сельхозкооператива также сказываются неправильно поставленные задачи и приоритеты, отметил Аскар Мырзахметов. В решении данных вопросов необходим тщательный анализ и систематичность. При этом требуется тесное взаимодействие районных акиматов и управлений. Подводя некоторые итоги, аким области подчеркнул, что все 192 индикатора, возложенных на регион по 12 государственным программам, были выполнены.